еще разочек. Давайте сейчас катать все не будем, давайте все эти ферматы прямо работать над ними. Чего гонять в этом темпе? Темп сейчас был хороший? Мы начали быстрее, замедлили. Ну, да. Но все равно замедлили потом, конечно. Просто когда вот эти перед пределом. Мне все равно кажется, мне все равно кажется, что... Проходите. Света. Это я. Я вообще не поняла. Все, проходи, привет. Проходи, раздевайся, садись. Хорошо. Мне кажется, что все равно ты торопишь фермату. Идем туда. Ты торопишь эту фермату. Ты быстрее, чем надо. Ну, понимаешь, вот не хватает и все вот это вот здесь вот спокойствие. И легкость. И легкости, понимаешь? Торопыжно это все. Давайте со второй еще раз. Нет, ты понимаешь, что ты должна петь? Что за носики? Что за ежики? Голос надо показать, и надо разыграть. Смотри, как сейчас тебя хорошо держали, фермату эту. Ну так почему не пела-то? Уже думает о том, что надо дальше петь. Не надо об этом думать. Просто не надо. Вообще. Поехали еще раз со второй дальше. Да, еще акцентов и на эту Насеру, и еще на какую Беллу там. Дай акцентов больше, ну трудно им. Ты понимаешь, что ты должна здесь держать? Дай листочек, без листочка. Нет, ты посмотри, какая. По листочку до сих пор поешь. Ну, Алена. Второй куплет. Дирижируй ими. Нет. Поехали, ну, вторая цифра со второй. Еще разочек. Везде почти два раза получается. Ну, угу. Пошли еще раз прямо с ком. Два. Сама, солнышко, сама, терпи. Все, стоп. Еще разочек, сама, Люба. На все, на то, на пятое, десятое, ты, в принципе,
должна сейчас отработать это место, и не надо сходить с ума. Здесь фирма-то важнее. Ты понимаешь, что она важнее здесь? Она важнее. А пропускать я не буду. А вы знаете, почему. У тебя-то может не хватить. Хватит. Спой со мной еще разочек. Так хватит спорить со мной. Я тебе учительница или где? Я понимаю, что у меня ученица, но вы знаете, что если я пропущу, то я по вам вообще не спою. Нет, ты споешь. Сейчас поем со мной. Посмотри. Пара, молчишь? Кумараба, папа, поняла? Одну пропускаешь. Аффирмацию делаешь хорошую вместе с вами. И кумсабире, папа, кумараба, папа, поняла? Почти. Почти. Пропусти, не надо ухо мне чесать. Одно я, значит, оглохла, другая, значит, тоже заткнитесь. Все, поем. И кумсабире. Сама. Пою. Сейчас передохнется. Работает. Быстрее взять. Уже умерли. Да, конечно, умерли. Раз, два, три, четыре. Теперь поняла. Да. И сделай это все актерски, как будто так и надо. Играючи. Играючи. Со второй цифры. Конечно, тебе хватает. Вам хватает? Может, ты не права? Что нам хватает? Вам лично фирма-то вот этой хватает? Второй. То есть то, что я предлагаю там посидеть подольше, акцентировать, у нее дыхание уйдет на хороший акцент, потом она пропускает одну, берет дыхание и нормально допивает. Так, сейчас мы практически без километра. Ну так вот ее почти нет, ее мало, ее не хватает, Аленка. Понимаешь, ты как бы экономишь дыхание, чтобы спеть всю эту фразу. Акцентов не хватает для того, чтобы... Акценты же, они же диафрагмально за счет дыхания толкается все это. Ты его экономишь, чтобы всю цепочку спеть. Я тебе предлагаю, не надо экономить, одну пропустишь группу и возьмешь спокойное дыхание. Зато акцентируешь все, что нужно. Еще разочек с самого начала давай. Темп. Thank you.
послушать. Да, сколько отсчитывается? Шесть. Во втором куплете фермата не получилось. Разная фонетика, другие слова, фермата не получилось уже. Там была си-си, му-му, ту-ту. Здесь уже другие слова. Второй куплет. Она хорошо поняла. Во втором куплете не получилось. Фермат. Это же затакта, да? Да. Ну там 5, и получается затакта 6. Раз, два, три, четыре, пять. Уфа-ту-там-там-да-да. Я получается, тебе надо всего два такта. Мы играем. Раз, два, раз, два. Три, четыре, раз, два, три. Три, четыре, раз, два. Три, четыре. И фа-ту-там-пам-ту-ду. Три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, и фаду, да, да, да. Давайте, давайте со второго куплета, там фермату надо поверить. Миша, спасибо, вы нам на бонгах поиграете на вас экзамене? Что за произведение? Очень хорошее, если уж я сейчас что-то там нацарапала, то уж вы-то подавно сыграете. Поехали, кто, по второй куплет. Oh!
пам'ятаєте? Я прям далі хочу, що постійно. Успокойся. После... Ні разу ні вдаю мені. Віват ансамблю! А у вас названня є? Аленький, ще раз. Черепок! Честь руководителя. А, да? Правда? Аленький, ты? Шутка. Ну, я бы был бы за вас. Аленький, ты? Где что-то не получается? Хорошее название. Не выживешь. Давайте еще раз, пожалуйста, не кивайте, пусть Алена просчитает все. 2, 3, 4, 5. Раз, два. Уфадо. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Уфадо. Поехали еще раз. Да. Финал. 10, 20. Давай 10. Тебе понятно? Там, так. Без фирмата этот комплекс. Мы тебе сбросим. Самый последний. Да, плюсовку. Я тебе сброшу. Комса. Хороший вот это ком у тебя. Вот этого кома нет. Комса. Бина, они должны вступить. Опять ухо чешет. Да мне просто чешется ухо. Поехали, поехали. Поехали, поехали. Комса. Бина, сэмады, я сэмакан. Кринамат, куарана, маракуна, раз, два, три, четыре. Уфадо. Раз, два, три. Уфадо. Играем еще раз. 3, 4. Раз, два, три. Да, раз, два, три. Уфадо. Может, там вот так и сразу. Играем. Давайте. Давайте. Можно так? Да. И... Сама? Оттуда же? Оттуда же? Считай. Пошли. И... Да почему? Пам-пам! Раз, два, три, четыре, пять. Уфадо! Еще разочек. Три, четыре. Раз, два, три. Уфадо! Еще разок сама. Опять язык вырвал. Вот так и будет на год экзамен. Пошли. 3, 4, раз, два, три. Уфадо, бомбе. Ну это конвульсии. Надо спеть. Это конвульсионно. Свободнее все это сделай. Еще разочек. Два аккорда. Уфадо, бомбе, сушу. Ура. Опа. Ура. Есть минусовка дома, считай. Это не то. Как это не то? Они я же... пою так, а то вообще с ними не могу петь. Это вообще две разные вещи. Нет, мы целый день, они выходной потратили для тебя, записали. Да я имею в виду, если ты... Ты выбил, с бомбов пошли. И все, я отпущу. Да. Еще раз сыграйте. Финалогу, да, не получается. Проще. Да.
Не будь пока. Пошли. Прямо сюда, с коды. На-на-на-на. Папа, пошли. С вами. Начинайте играть. Вот убейте меня, расстреляйте меня. Еще разочек. Вот теперь правильно. Спасибо. Там восьмую. Чуточку раньше. Еще разочек. Стяг. Касан Валерьевич. Можно с вашим взять? Еще разочек. Шу-шу. Вот теперь хорошо. Вот теперь хорошо. Спасибо. Тебе нужно еще раз? Нет. Нет. Вам нужно еще раз? Нам хватает. Все, вам хватает. Всем спасибо. Договариваемся о следующей репетиции. Игорь мне сказал, чтобы договориться. И ей это все передать. Экзамен 3 числа. Сегодня на календаре вторник. Ровно одна неделя. Одна неделя. Нет, в день, когда экзамен, никаких... Да. Никакого пения, никаких игрушек. Все, распелись и все, и вышли. Миша, большое спасибо, мы тебе сбросим. Спасибо, спасибо большое. Я сбросила.